Возле строящегося административно-торгового комплекса «Два капитана» по улице Энгельса в Чебоксарах обвалилась часть дороги, ведущая к гимназии номер 4. Яма глубиной около 1,5 метра перегородила дорогу транспорту. У этой стройки длинная история. Она расположена в непосредственной близости от школы. Против строительства офисного центра «Два капитана» выступали и администрация Чебоксар, и республиканский Минстрой. Жители ближайших домов, учителя и родители учеников гимназии неоднократно писали жалобы на строительство в непосредственной близости от учебного заведения. Еще в апреле прошлого года депутаты городского собрания инспектировали стройку. Ну какое расстояние до спортивной площадки? Ну это же вообще вот как бы... Здесь же въезд в школу был у них, получается. Да, здесь был въезд в школу. Это наверняка пожарный заезд в школу там, да? Смотрите, вот. Ну, вообще абсурдная ситуация, конечно. Однако застройщик добился разрешения на строительство через суд. Его выдали совсем недавно, в январе этого года. Но летом против строителей восстала природа. В нижней части котлована размок грунт. Вероятно, в результате этого дорога и рухнула. Значит, данная ситуация находится на контроле у всех коммунальных служб. Это и водоканал, это и Дорекс. То есть находится на постоянном контроле и будут предприняты все меры для недопущения дальнейшего разрушения. Но пока мы провели определенные мероприятия, уменьшили нагрузку на подпорную стенку, то есть считаем, что каких-либо критических моментов здесь нет, угроз жизни не существует. Сейчас временный проезд организован по прилегающей пешеходной зоне. В ближайшее время, обещают чиновники, дорога будет восстановлена. И 1 сентября школьники смогут без опаски дойти до школы. Алексей Табинов, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика.